Вы видели, как часто в наших программах мы используем H-образный шпатель. Ну, действительно, он невероятно удобен для шпаклевания больших поверхностей. И к тому же кисти рук не устают. Но шпателей огромное количество, и каждый из них хорош по-своему. Вот базовый набор для шпаклевания конструкции. Это широкий шпатель и средний. В среднем набираем материал на широкий и разглаживаем шпаклевку. Вы, конечно, можете попробовать ими шпаклевать и стены, но для новичков это будет трудно. А вот здесь маленький лайфхак. Отвертка, если нужно подкрутить какой-то саморез во время работы. Это кельма. Прекрасный инструмент для шпаклевания потолков. Кстати, она вам пригодится и для нанесения декоративных покрытий. Мастерок и узкий шпатель. Лучшие помощники для заделывания стыков. Кстати, мастерком еще очень удобно замешивать строительный состав. А это строительный изыск – угловой шпатель. Он поможет вам выровнять внешние углы. Вот теперь вы подготовлены. Смотрите «Школу ремонта» в субботу в 11:30 на ТНТ.